Итак, поехали. Поездка в парижском метро рядом с машинистом. Не каждому, наверное, такое удается во время посещения Парижа. Вот мне удалось. Спасибо большое Нине за такую замечательную экскурсию. Пролеты очень небольшие между станциями парижского метро. А снято все на камеру от сотового телефона. Поэтому и качество такое не очень хорошее. Беговое, прямо скажем, качество. Проедем еще немножко, сейчас будет самое интересное. Выезжаем на поверхность и замедляем ход. Земля, да? Да. О. Мерси. Мерси. Вот за что я благодарил. Я сказал мерси именно потому, что девушка-машинист специально замедлила ход поезда, чтобы я медленно проехал над Сеной и посмотрел вокруг именно с моста. Вот такая экскурсия получилась. Спасибо еще раз Нине за эту замечательную экскурсию. Ну а сейчас... Сюрприз, конечно, для того, кто себя узнает на этом маленьком ролике. Ты думаешь, что я сейчас делаю? Я снимаю ваш разговор. А потом у тебя будет на камере. Ты вот как я перестал, вот хорошо. О, понял. Cette semaine non plus, peut-être la semaine prochaine.